боятся и любят. Он возникает внезапно, то там, то тут. Он герой наших дней, благородный муж Вася Суть. У него один глаз и сухая рука. Говорят, его дед был расстрелян ЧК. А еще говорят, он живет долгопрудно. Вася Суть. Он давно овдовел, у него нет детей. Он не пьет и не курит, не принимает гостей. Он герой-одиночка. Вася Суть. Служил водолазом на флоте, а потом работал на подземном заводе, а потом его посадили, бывает, Васю Совесть. Что? Но вот однажды он явился в своем старом пальто. Он сказал в Долгопрудном, будет порядок, Вася Совесть. Над ним сначала смеялись, ты один против всех. Первым делом замолк полтора Ивана Грек. Он набирал инвалидов, с него решила начать Вася Совесть. Его нашли под утро в городском туалете. Рядом с ним костыли и медали в газете. Боевые заслуги, все решили это, а Вася Совесть. Вторым был Сенька Гнус, он развращал малолеток. Он сдавал их в наем богатым клиентам. Его заставил съесть собственный член, а Вася Совесть. Потом танкист, акробат, корявый чекуха. Все решили, тебе конец, Вася Совесть. Но совесть не обмануть, он просто взял и исчез. Говорят, что потом он появился в Москве и стал разделывать всех под орех, Вася Совесть. И пугают детей, его боятся и любят. Он возникает внезапно, то там, то тут. Герой наших дней, благородный муж Вася Совесть.